Доброго времени суток, дорогие мои друзья. Я сегодня в путешествие отправилась. Мы с мужем решили съездить к нему в избушку, которую он построил на болоте. Я вам все это покажу, сниму. Но иду пока пешком, потому что там у нас, во-первых, вот эта вот дорога, по которой я сейчас иду. Вот, по которой я сейчас иду. Она вообще идет, как, я не помню, то ли можно вниз ехать, да, наверное, а вверх нельзя подниматься навстречу. Ну, короче, люди все равно ездят. Вот, и он говорит, что там не разъехать, не разъехаться, ничего. Ты иди пешком до речки. Вот сейчас на речку еще подойду, покажу вам. И говорит, потом я тебя там с речки заберу. И еще, говорит, иди зайди в магазин, купи себе сапоги. А сапоги, такой материал, Эва. Ну, он все время их берет, эти сапоги. Они такие легенькие. Ну, они как резиновые, но не резиновые. Такие тепленькие, хорошие эти сапушки. Ну, у меня таких нету, потому что я никогда никуда так не хожу, чтобы их одевать. Вот, он говорит, иди купи себе. Я говорю, ну ладно. Я вот сейчас пойду еще зайду в магазин. Если есть на меня сапоги, куплю сапожки себе. И, ну там это рядышком все у нас магазин и речка рядышком. Вот, а он еще дома. Но он меня еще не обогнал. Он должен уже скоро, наверное, выехать и обогнать меня. Вот, я вам все это покажу. Короче, мы сегодня отправились на прогулку в лес. Кстати, сегодня 1 апреля. Как говорят, 1 апреля никому не верь. Да? Ну, надеюсь, вы мне верите. Я вас не обманываю, что на самом деле сегодня 1 апреля. И я отправилась на прогулку в лес. Так что все покажу, все расскажу. Вот. Ну все. Итак, сходила я в два магазина. Ой, ветер, не знаю, слышно, не будет мне. Слышно, не слышно будет мне. Сходила в два магазина. Но в одном ничего я не подобрала. А в другой сходила, купила себе сапожки. Ну, там выбор большой, в принципе. Я поперемерила, но жарко. В куртке в магазине стоять я вся взмокла. Вот. Сейчас муж уже там на той стороне. Меня заждался, наверное. Вот, сейчас я подхожу уже к речке. Вон там, он далеко-далеко, его видно. Я хотела там же в магазине прям разуться, переобуться, но уже некогда было мне. Думаю, ладно, побегу. Побегу. Так. Ой, что у нас тут? Кто куда едет, непонятно. Прям как в городе. Движение как в городе. Вот наша речка, там машины стоят, трактор стоит, наверное, скоро закроют движение по реке. Потому что весна. Весна красна. Да. Сейчас подойдем поближе к речке, посмотрим, что там. Готовят уже переходы. Вон, видите? Ну, а пока идем через речку. Thank you.
Так, как бы тут мне не провалиться куда-нибудь. Вот, по этой дорожке у меня муж ездит. Так, как там-то пройти? Наверное, уже надо на переходы идти. Вот такая лужа тут уже. Вот такая наша речка зимой. Приехали, что ли? Это что ты здесь проверять будешь? Рыбу, да? Но я не выхожу. Или я не провалюсь тут? Да? А что? Не нравится, как села. Вот так вот ножки у нее торчат. Ой. Ну, короче, мы приехали. Там я мимо приезжала из бушки. Сейчас вот сейчас он проверит тут рыбу. Рыбу проверяет в экранах. Такие экраны он вчера сделал. Не вчера, позавчера, наверное. А вчера он их установил сюда. Вот это озеро такое, видите? Такое озеро. И вот там вот избушка стоит. Погода чудесная. Солнце светит, тепло, ветра нет. Вообще красота, конечно. Конечно, красота. Сейчас еще рыбы наловим, да? Хоть котам привезти большую рыбу. А тут кто, караси, Саш? Минтай. Минтай? Жареный уже? Хорошо, нам повезло. Небо, посмотрите, какое небо голубое. Какое небо голубое. Солнышко светит. Так, ну я не встаю, пока не пойду туда, потому что я боюсь провалиться. Он меня отругал, что сапожки маленькие я взяла, короткие. А зачем мне длинные сапожки? Само то. Да там выбора-то не было. Такого, ну, длинные. Мне, да мне зачем длинные вот такие сапоги? А эти как раз хорошо. Так, ну что там? Ни хрена, говорит, нету. Что, рыба вымерзла? Ни одной рыбки. Вот такие вот экраны. И вот сюда он каждый день ездит. В общем-то и недалеко на самом деле.
не засекала, сколько мы ехали. Но я всю дорогу снимала. Ну все, сейчас где-то еще у него одна лунка. Еще одна будет лунка, да, Саш? Нет? А ты два экрана делал? Так, все, мы приехали в избушку, да? Пойдем посмотрим, какой он себе домик построил. Ой, еще бы мне вылезти как-нибудь отсюда. Ой. Вот на каком корыте я ехала, покажу вам. А то села, не показала. Вот такой вот. Где? А, ну ладно. Вот на таком транспорте мы приехали. Все, пойдемте знакомиться с домиком. С домиком, так, сказал аккуратненько. А сапоги не скользкие. Хорошие сапожки. Вот, тут даже лесенка есть на второй этаж. Второй этаж еще не построили. Тук-тук. Кто там? Кто там живет в домике? Кто в домике живет? Это... Вот такой домик. Вход. Труба. Помаши маме ручкой. Вот так вот маме ручкой помахали. Там лодочка уже есть. Все, дровишки тут запасены уже. Ну, пойдемте в комнату. Проходим. Так, проходим. Здесь красота. Даже коврик лежит. Вы видите, что? Печечка. Это такой стульчик, как я понимаю, да? Так, и такая тахта. Еще и мягкая. Да, классненько. Ну, здесь, конечно, все не убрано, потому что сейчас ни воды, ничего нету. Помыть ничего нельзя. Вот такая хлебница страшная, пристрашная. Потом весной помоет, наверное. Может, даже покрасит ее. Столик. А что, здесь надо поставить эту, Саш? Это такое будет столик у тебя? Кого поставить? Ножку. Зачем? Ну, раз и упадет. Что упадет? Что-нибудь со столика. Вот такой вот домик. Давай печку затопляй. Печку-то надо затопить, чай попить. Туда, а, я могу сесть вот в уголочек, чтобы тебе не мешать. Все тут как, все как надо. И подушечка тут у него. Ну, сейчас сяду, посижу. Вот, посижу, на тебя погляжу. Сейчас печечку затопит. Здесь будет жарко. Вот такая вот здесь у нас природа называется. Домик построил. Весна сейчас начнет, придет и затопит домик этот, да? Или не затопит он этот домик? Он, как ты говоришь, на чем? Ну, как называется-то? На каких-то островах, не тонущих, короче. То есть остров поднимается, отрывается от земли. И домик на этом острове будет стоять, а вокруг вода. Ну, как я понимаю, позапрошлом году построил такой же домик и его затопило с крышей, потому что не оторвался этот, ну, кто там, островочек вот этот вот. Вот так что мы сегодня на природе. Такая вот красота здесь. Снег, еще как будто вообще зима, даже не пахнет весной. Только солнышко высоко. Солнышко высоко стоит. Вот. Ну, ты меня летом сюда привезешь? Все, мы договорились с ним. Он меня летом привезет. И я еще покажу вам, какая здесь красота летом. Да, он меня осенью хотел привезти, никак не привез. Я его уговаривала, уговаривала, он не соглашался.
Что ты потерял? Топорик потерял. Ну ищи, куда ты его положил. Топорик. Какие-то пакетики, но это сетки все лежат, висят у него там, наверное. Лодочка, кастрюлька стоит. Все, топорик нашел. Сейчас дровишек наколет и затопит. Хорошие сапожки я купила. Что тебе не нравится? Вон какие прекрасные. Не скользкие, мягкие, тепленькие. Красота. Вот так вот. Все, сейчас печка будет топиться. Так, пока я тут гуляю, печка у нас уже затопилась. Пойдемте посмотрим печечку. Как у нас печечка тут топится. Так, все, печку затопил. Все, огонь. Огонь горит. Печечка топится. Все здесь нагревается, да? Ну вот. Печечка затопилась у нас. Но мы еще одетые сидим. Еще не раздеваемся, потому что еще холодно. Вот. Но скоро будет тепло. И мы начнем раздеваться. Мы взяли с собой пирожки, колбаску. Колбасоньку, как Люся говорит. Колбасоньку взяли с собой. Пирожоньки, пирожочки, как бы она сказала. Вот. Так что отдыхаем. Так, ну что, печечка топится. Уже пора раздеваться, потому что здесь уже тепло. Сейчас пойду куртку сниму. Пойду, здесь буду куртку снимать. Сниму куртку. Чай, у нас термос. Сейчас чай налью себе. Муж куда-то там опять уехал, там, где мы были. Экраны эти он смотрел. Вот там он где-то ходит. Далеко-далеко. Да нет, недалеко. Здесь все, в принципе, рядышком. А там вот мы проезжали. Но здесь не видно, да? Да, окно, конечно, грязное, пригрязное. Во, во, хорошо, как видно. Вот там, вот видите, он, вон там он. Вот, а сначала избушка у него вон там вот была, где мы проезжали мимо. Вот в этой избушке ее всю затопило в прошлый раз. Полностью с крышей. Ну вот я у него спрашиваю, я говорю, откуда ты знаешь, что эту избушку не затопит? Ну, видать, он все знает. Сказал, что не затопит. Но мы потом посмотрим, мы все равно приедем сюда еще и проверим. Так, ну что, я разделась уже. Уже разделась, да? Стол далеко находится. Мне, конечно, не очень это нравится. Так, сейчас я себе чаечек налью. И попью чаечек на природе. Он меня никогда никуда не возит. Я ему сколько раз говорила, я говорю... Ну, возьми меня с собой, ну, на рыбалку, например, летом или когда. Наверное, я плохо прошусь. Так, во что налить? Стаканчик, не знаю, какой тут стаканчик. Ну, плохо, что ничего не помыть, не помыть, не протереть. Да, у него, наверное, с сахаром. Ну, ладно. Попьем чаечек сейчас. А, где-то он мне ножик оставлял. Сейчас еще колбасоньку порежем. Колбасоньку порежем. Надо было ему сюда досточку выделить. А я забыла. Я же хотела досточку-то выделить. А забыла. Блин. Но придется в руках держать колбасоньку. Да, конечно, уюта никакого здесь нет. Женщины нету тут. Видно, что женщины нет. Поэтому
Поэтому надо какой-то уют создать ему. Сейчас посмотрю. Потом из дома что-нибудь ему выделю. Какую-нибудь посудку сюда выделю. Ну, сейчас пирожком. Вчера стряпала пироги. Конечно, на голове у меня никакого порядка нет. Но что есть, то и есть. Еще вчера после душика легла с мокрой головой спать. Поэтому все стоит дыбом. Вот такие вот дела. Все, приехал. Приехал, сейчас тоже чай попьет. Слушай, ну здесь прям жарко. Уже, я уже разделась. Даже шапочку сняла. Я что-то тебя не видно. Во, видно. Я на другое озеро. А? Другое озеро дорогу пройдет. Ну что, будешь чай пить? Брюськи. Чай-то сладкий. А как он даже? Я это чай сладкий не пью. Мне глюкоза нужна. Тебе глюкоза? А мне колбаса. Я тебя сфотографирую. Все, мы поехали. Там самолет летел. Чай попили, погрелись. Хотя мы и не замерзли сегодня, тепло на улице, хорошо. Поехали!
Ну вот и все. Закончена у нас прогулка. Весенняя, 1 апреля. Сегодня солнышко. Погода чудесная. 0 градусов на улице. Я перчатки даже не одевала сегодня. Так без перчаток и была. Хорошо. Хорошая прогулка. Все, что ли? Все, приехали, мы уже дома. Ну вот, у нас еще столько снега. Посмотрите, это вот с крыши упал снег. И вот у нас еще такие сугробы возле дома. Вот, видите? Снега еще куча. Целая куча. Сугробище. О.